В Карагандинской области появились местные арбузы. Необычный бизнес для региона реализовал предприниматель жена Аркинского района. Для выращивания полосатой ягоды власти выделили ему 2 гектара земли. Марина Золотарева продолжит тему. Арбузный бизнес стартовал с огорода. Свои первые полосатые ягоды многодетный отец, сержант Усубеков, вырастил сразу у дома. Потом начались аграрные эксперименты и штудирование азов бахчеводства. Больше всего подходит для нашего климата капельное орошение. В качестве эксперимента пытались выращивать иначе, однако хороших результатов не получили. А эта технология отлично себя показала. Районный акимат инициативу предпринимателя поддержал, и сержант Усубеков получил 2 гектара земли. Началась борьба за сладкие плоды. Аграрий несколько раз пересаживал рассаду, накрывал почву полиэтиленом и, наконец, адаптировал израильский опыт культивирования арбузов. Развивался бизнес-проект на небольшом участке земли. Предприниматель исследовал, экспериментировал и представил нам готовый проект, который уже дает результаты. Манчестер и продюсер. Именно эти сорта успешно прижились на жанаркинской земле. С 2 гектаров аграрий собрал 30 тонн арбузов. Урожай будет реализован в районе. А на следующий год предприниматель намерен расширить свои угодья. Марина Золотарева, Сайлау Игликов, Карагандинская область, Хабар-24.